Нас один спрятал. Это мы будем тут с тобой ютиться. Да. Нормально, чистенько, пахнет хорошо. Веде есть, бачок есть, полотенце есть. Да, сейчас иду. Уже кровать не очень-то широкая. Вон тебе орешки. Кстати, заделанные, смотри. Нет, смотри, не старые, смотри, заделанные. Я тоже хотела подкольнуть. Нет, потом вот, будешь трогать, будешь еще платить там 10 евро. Да, мы заплатили. А что мы заплатили? Какой-то налог на туризм ввели, сказали в том году, Лена сказала. 5 евро налога за туризм. Это вот такой у нас вид с окна, 11 этаж. Вот оттуда мы шли. Это сам вокзал. Это он сказал, что это VIP-сторона, да, с вокзала, когда выходишь. Говорит, что типа вы попали в хороший отель, здесь все пятизвездочные отели, типа вот этот вот пятизвездочный, и вообще типа тут так крутой, короче, ну расписал, короче, там все по полочкам. Кстати, смотрите, мы с Леной зашли, когда, ну, поезд меняли в Ференции, в Телевей, и магазин такой классный, он прямо на вокзале находится. Вот, смотри. Вообще такие классные носки, типа малым, вот такие Лена взяла своей, и я, потому что у нас сейчас мода на вот эти вот единорожки. И в Телевее мы заметили, что у них магазин в два раза меньше, чем у нас, и выбора больше в два раза. У них висят такие шмотки, которых у нас на Корс Италии в центре нету. Да, вот эти вот пуховики, допустим, те же бордовые, там пальто у них разное, вот носки. Она, кстати, сказала, что это новая коллекция. Видишь, они нам такую печенюшку предложили. Смотри, я просто печенюшка как. Типа бенвенути. Оп, переключаемся. Все, я уже одета. Мы сейчас идем в центр. Между прочим, в комнате очень даже жарковато. Я жду Лену, пока она собирается, потому что в номере невозможно стоять, жара просто. Ну, тепло. Смотрите, в каком стиле сделаны стены в этом отеле. Это 4-звездочный отель. Ну, пахнет хорошо. Не знаю, какими-то, как палочки, как будто вот эти, которые стоят. Вот в таком вот стиле сделаны стены. Напишите, вам нравится или нет. И вот здесь вот показывают, ну, наверное, пишется, я не знаю, кто делал, как его делали. Здесь стоит роспись. Вот такие вот стены. Ты готова? Короче, мы в метро. Ну, у нас так получается, что мы живем вот возле вокзала, как раз в метро, нам очень удобно. Тут на метро прокатиться. Билеты, наверное, продаются куча магазинов. Вообще, это не первый раз. Это идут на демандовые. Ой, какая парка красивая джинсила. Мискузи, билеты per metro, dove li si può comprare? В табакинок, вон, Лен. Мы сразу 4 покупаем, да? Рубль 50, по-моему, метро. Рубль 50 метро? Смотрите, вот такие вот билетики на метро. Рубль 50 стоит проезд. Метро чистенько. Там или там? Посмотри там по карте, что там. Я
как их совывать там эти билеты, там. Хоть посмотреть, как люди делают. А все, да? Что, назад ничего не дают? А речевую-то не дают? Вот я понимаю, житуха, движение, жизнь, большой город. Блин, у нас, блин, встал в пижаме, пошел в пижаме. Капец. А здесь люди настолько все по-разному одеты, причесаны. Все в разных пижамах. Не, здесь красивые ходят. Здесь такие прям вот красивые люди. Весь мир прям собрался. Мне просто интересно, что Смирлана девчонки напишет. Вот у нас получается, действительно, нам так кажется, что мы живем на чистой, вообще на другой стороне, как будто мы в другом Милане находимся. Или это нам так кажется? Там какие-то трусы валялись, носки валялись, мусор. Только перешли сторону на другую сторону вокзала, все. Чистота, уют, порядок. Ой, воспоминания, когда студентом была. Родное метро, сколько ездили. Это самый большой торговый центр, да, считается? Это самый центр. А вон люди так все идут, наверное, и туда надо. А вон сюда стрижки там. Так прикольно. Жить хочется. Классный город. Все так по-своему самовыражаются, так интересно наблюдать за людьми. Вот это я понимаю, Италия. Да, здесь больше, конечно, мигрантов. Не, побежали, знаешь, это, помнишь, был этот такой, бежал зайчик, что-то попал по трамвайчик. Типа, а потом что-то там говорили еще, не помнишь? Отвезу его в больницу, что-то ножки пришьет ему лисица, или нет? Что-то так, надо будет, кстати, вспомнить. А? Ага. Так мы отъехали час езды, даже в том же Толивее, какой был выбор. Заходи, бери. Это, наверное, со школы приехали на экскурс. Подожди, я очки один, такое солнце.
Блин, отсвечивает. Переходим, да? Бля, не Зара и все. Наверное, Зара тоже отличается от нашей. Да, да. Блин, сумка открыта. Я постоянно. Ты там вытащила? Да, меня не так, как и бабло, как и документы. Там. Написал. Да, ну он уже написал, что говорит. Я голодный. Ну что, товарищи, вам сказать? В общем, погуляла я по центру Милана и подумала, как же побывать в Милане и не зайти в один из самых лучших салонов в центре этого города и не быть самой красивой женщиной на этой планете. Долго не думая, я нашла в интернете самый классный салон в Милане. Все ссылки будут под видео. Ну и в следующем видео вы увидите, как я преобразилась. Так что запомните меня сейчас. Вот такой. А в следующем видео, конечно, вы уже посмотрите, на что способны стилисты в городе Милан. Разница будет видна, да? Так, вот и Чиндем. Теперь куда нам? Блин, у них, конечно, классно. У них один магазин за одним, вот рядом. То есть все, вот вы, если хотите шопиться, вот прям один за одним, вот вы идете, все ваши любимые марки. Кстати, он на Чиндем, да? Здесь вот если повернуть здесь сзади меня Левис. То есть шопиться удобно, да, вот кто именно шопится. Но узкие, естественно, улицы, здесь сразу проезжая часть. И не, если вы не привыкли... Так вот же Чиндем. Нет, с другой стороны, это я. Грация Масигуру. Блин. Ну ничего, сейчас похудеем. Так, я смотрю, Чиндем несут все пакеты. Ну, значит, сюда надо идти. Конечно, если ты не привыкший, то вот эта вот проезжая часть сразу с бордюром. Как-то вот ну, привыкнешь попиздить в расслабленном виде ходить. Но здесь дорожное движение, что мама родная. Мама не горюй, поэтому не надо расслабляться. Ну, мне все нравится. Я вообще радуюсь всему прекрасному. Знаешь, что нельзя расслабиться? Транспорт и люди, которые вот... Да, много людей с непривычки. Никого ни черта не спросишь, блин, каждый на своей волне. Ну, бедная собака. Трамвай. Элевей. Не можем понять, куда идти, блин, потерялись. Прямо, да, идем? Что-то я есть захотела прям очень сильно. Слушай, здесь только мальчиков, которые дружат с мальчиком, вообще просто. Я в шоке про. Я не, я конечно. Да, очень красивая. Вот, давай здесь спросим. Я как бы ничего против не имею, но очень много, очень, очень. Прям больше, чем мальчиков. Не, ну просто, что они прям вот так за руку идут и в открытую там, ну, держат друг друга за талию. Как-то немножко с непривычки, потому что из маленького города. У нас оно тоже есть, но как-то, может, вечера меньше, а тут посреди бела дня. Ну, не знаю, очень много.
Учитывая то, что вот в программе Вумани и Донны. Точно не туда? В программе что-то Вумани и Донны. Там же что же теперь посадили участников, типа мальчик выбирает, типа к мальчику приходят 20 мальчиков. Он там в течение какого-то времени выбирает себе пару. И потом, ну, они типа обнимаются, у них медленный танец, когда они там выбрали. Ну, там оно длится в течение там, месяца-двух. Да, и мы когда София смотрели, она говорит, ой, какая красота, это же любовь, мама. Ну, вот мы в самой известной галерее Милана. Ну красиво, посмотри, посмотри наверх, подожди, я увеличу. Как там все светится и мигает. Боже, как душно стало, или мы так находились, нам, блин, жарко. Боже, ну там вообще, ну там все, все там светится. Ночью, наверное, вау. Вечером, наверное, просто красота. Сейчас не будет, наверное, на камере передавать эти все огонечки. Но смотрится шикардосно. Только русских, скажи. Здесь тоже вот такая вот роспись на стенах. Балкончики. Елка красивая. Елку еще не убрали. Ресторанчик стоит. Я представляю, надо будет как-то приехать на Новый год сюда, наверное, красивуще здесь. Мама будет где? Спроси мама. У кого? У кого не спроси, все жахаются. Вот сейчас кого-то найду одного и спрошу. Я наконец-то нашла салон, дошла. Сейчас покажу, как выглядит. Находится в большом доме. Две двери. Я уже с девчонками разговаривала. Можно снимать весь процесс, поэтому вы увидите мое преображение, насколько я буду симпатичная. Поэтому еще раз повторяю, запомните мне такое. И будем снимать сам процесс. Я задам вопрос, я знаю, что вам очень интересно.